Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мечи и солдаты». Начинаем. Ням-ням. Эти обезьяна-бургеры — вкусная штука. И в самом деле, и теперь у нас достаточно денег для охоты. Хе-хе-хе. Здесь так жарко, что можно жарить гамбургеры без огня. Убить, убить, убить! Думаю, что нрав у здешних людей тоже горячий. Давай-ка его остудим, Рэй. Их базу нужно разрушить. Уничтожьте вражескую базу. Так, против нас, друзья мои, какие-то аборигены. Готово. Ну что же. Готово. Готово, корова. Готово. Давай, девчули. Таскайте золотишко. Сейчас будет жарко. Мы улучшили. Золотишко. Люблю золотишко еще таким голосом. Так, ну что, пошел у меня топорометатель. А не зря ли я его отправил? Сейчас получишь. Сейчас получишь. Так, они тут ждут. Это янки 100% ли, как их там величать? Угу, стоят. Что за фигня, что за зеленая мерзость? Фу, гадость. Они меня травят. Они пользуются ядовитой магией. Серьезно? Охренеть, они очень быстро меня забомбили. Ты посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, давай топорометатели быстрее. Только они нам тут, наверное, помогут. Да-да-да, только они. Фига себе травят, а. Ну ты посмотри на них. Слушай-ка, так, у нас еще один рудник здесь с тобой есть. Что это еще тут в меня кинули? Какую-то ядовитую склянку. Так, тихо-тихо, парень. Получил свое? Блин. Мы улучшились. То, что вы улучшились, это, конечно, все хорошо, это меня радует. Так, мы можем с тобой пойти понизу. Мочи! Мочи! На-ка тебе. Так, а это еще что за типок? Что вот это за тип? Спрашиваю. Топор, друг человека. Топор, друг человека, это понятное дело. Нате. Блин, молния может только одного подбить, понимаешь? В чем прикол? Я не могу ей пробить всех. Окей. Люблю золотишко. Давай-ка, давай, 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 давай. Блин, этот ярый чувак. Смотри, смотри, что он делает, а? Как он подрывается. Пойди сюда, слышь, пойди сюда, таким еще голосом. Идут, идут типки. А, если я поставлю, например, отхил. Слушай, ну, при отхиле, конечно... А! Слышь, пойди сюда. Пойди сюда. Так, давай-ка мы его, наверное, в отхил поставим с тобой. Так, ага, там золото добывать тоже, да, у него? Мочи! Мочи, действительно, мочи их. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, смотри, что делает. Так, кому тут навешать? Всем навешать. Давай лечиться. Будем с тобой на отхиле. Убить, убить, убить! Ну, мы тебя сейчас убьем. У них тут, ребят, смотрите, перец красный растет. Красный перец у них растет. Так, максимум 10 я могу, да, работать, по ходу дела, призывать. Получается так. Ладно. Так, смотри, сколько их здесь. А вот и база. Вот она, ихняя база, друзья мои. Смотри-ка, деловой там стоит. Нам будет с вами тяжело, наверное, здесь справиться с ними, а. Очень тяжело, но надо как-то стараться. Так, нормуль. Слышь, поди сюда. Эти добывают золотишко, все превосходно. Давай, лечись. Маловато маны, а где мы с собой ману вообще зарабатываем? Объясни-ка мне. Ай-яй-яй, ну смотри, они берут меня просто количеством. Давай отхиливать. Ё-моё.
Что тут вытворяют, а? Ты посмотри на них. Давай, 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 родной, отхиливайся, отхиливайся. Сложновато, черт подери. Опять этот сбитый со своей дубиной. Лечись, лечись, парень, ты должен быть живым. Так, потихонечку опять мы их притесняем. Лечимся. Давай, 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 блин. Где ману брать? Так, лечимся. Так, внизу. А может быть нам надо было вниз пойти? Пойдем-ка с тобой вниз прогуляемся. Успеем захилиться? Нифига, да? Так, бросает опять свои ядовитые склянки. Давай, ребята, мочи их. Этого Янки. Да-да-да, ему крышка, друзья мои, ему крышечка. Ну, давай-давай, есть. Нет, мой храм. Отлично сработано, Рэй. Эти сумасшедшие местные слабаки. Полностью с тобой согласен. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. А вот и мы нашли в кустах солдат Черноборода. А вы спасли нас, ура, мы спасены. Спасли? Ребята, мы за вами охотились, и теперь вы поплатитесь. Нет, помогите, мы вам не враги, наш собственный вождь предал нас. Предал? Мы наткнулись на странных людей, они пользовались черной магией и колдовством. Чернобородый бежал с горсткой своих людей, оставив нас на верную смерть. Помогите нам, пожалуйста. Хм. Вы можете оказаться полезными, вы будете драться за нас, а мы поможем вашим друзьям. Хорошо, вперед. Вот даже как. Наших ребят все еще держат в плену, вон там, на вершине холма. Ёпрста. Не будем терять время, чернобородые все еще в бегах. Мы ледяные молоты, немного неповоротливы. Воспользуйтесь яростью, чтобы быстро доставить нас на передовую. Используйте заклинание ярости на одном из своих воинов возле базы, чтобы он помчался на передовую, воодушевляя и всех остальных. Всех одним ударом, бдыщ! Так, освободите пленных и уничтожьте вражескую базу. Люблю золотишко. Люблю золотишко. Заодно сейчас мы этих освободим. Ух, пойдут дела в гору. Так, что такое? Ого, парни, вы шустрые, спасибо, что спасли меня. Эти клетки западни тут повсюду. Да ладно, серьезно что ли? А я и не знал. Надо же, как ты меня удивил, а? Ну давай, давай, давай. Что такое? Так, ледяные молотки, вы будете что-нибудь там делать? Ой! Бумс! Бомбят! То, что вы улучшились, это хорошо. С золотишком-то у нас какая-то просто беда. Беда бедовая. Так, вот этих тоже нужно освободить. А что это мы тут бьем? Я не могу понять, что это тут стоит. Что нам преграждает путь? Не пойму, если честно. Кукуруза что-то какая-то лежит. Люблю золотишко. Что-то типа кукуруза было. Так, пускай он идет тогда. Тут какое-то поле кукурузное. Так, он погиб что ли у меня? Или его поймали в плен? Что-то я не могу понять. Интересно, девки пляшут. Сидите, я открою. Так, секунду. Сколько нам нужно с тобой... Так, этот прокачается, значит, мы с тобой можем вот этот улучшить, да, по идее? Да, прокачиваем. Что это за грохочущий звук? О, нет. Что это, на помощь? Это за то, что вы ходите по моим посевам своими грязными сапогами. Гигант, взять их! Какой еще гигант? О чем он говорит? Вождь этого племени злодей, Рэй. Не позволяй нашим войскам приближаться к этому чудовищу. А как? А что я должен сделать? Как я не должен позволять приближаться? Не пойму маленечко. Я его пока не вижу, да, этого злодея? Его, наверное, и нету. Так, ну-ка.
Готово. Гвоздики. Гвозди. Вот он. Кому тут навешать? Ну-ка. Ух, ёх, Коломаны, что он там вытворяет? Ух. Так, друзья мои, нифига себе. Вы освободили моих пленников, а теперь еще и убили одного из моих солнечных гигантов. Главное, что убили. Воины-ягуары, взять их! Какие еще воины-ягуары? Мяу! Бегут. Блин, воины-ягуары, значит, да? Гвоздики! Давай-давай-давай! Ах ты, зараза, ты понял, что они могут? Они могут тоже в ответочку мне так же сделать. А я их тут буду сейчас чикать всех. Вот так вот, пускай. Да, конечно, ага, разогнался. Иди ты отсюда, плешивый. Так, что дальше мы можем? Лечение еще, да, с тобой выучить? Тук-тук, сиди, я открою. Тук-тук, сиди, я открою. Это хорошо, что ты откроешь. Пошел, как говорится, прочь, да? Тук-тук, сиди, я открою. Тук-тук, сиди, я открою. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Ну-ка. Ну и сработало же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему у них есть какие-то тут гиганты солнечные, блин? Слышь, поди сюда. Слышь, поди сюда. Кто там скулит? А мне больше нечего прокачивать, ребята. Блин, как он бомбит, а, жестко. Слушай, слушай, мы уже его должны завалить, этого гиганта. Блин, ягуары еще плешивые здесь. Ну ты посмотри, что они творят, а. Чего там тебе маловато? Тихо, 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 тихо. Топор, друг человека, так, конечно, хорошо, это все понятно. Что такое? Ночь наступила какая-то. О! Мы с тобой шваркнули этого солнечного чудика. Блин, тут ягуаров много. Золото маловато. Маловато, да. Блин, да ты достал, сколько у вас там этих говнарей? Я имею в виду именно вот этих вот солнечных чудиков. Трындец. Что вытворяет, а ты посмотри. Давай, 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 давай. Хиляем. Завалили. Этих сейчас тоже разберем. Тук-тук, сиди, я открою. Так, у нас ничего нету на прокачке, понимаешь? В атаку! Да ты запарил, он сколько здесь будет этих вызывать, а? Ты посмотри. Одного за другим. Просто одного за другим вызывает. Есть. Так, 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 давай, 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 давай этих рабов. Пробиваем, друзья мои. Тихо, в отхил. Уничтожаем нафиг к чертовой бабушке его базу. Давай, друзья мои, там осталось, много еще осталось. Лечим. О нет, мой храм. Благодарим вас за спасение. Они бы принесли нас в жертву своим странным богам. Мы и приведем вас к Чернобороду. Если бы ваш прежний вождь обладал хоть толикой чести, он бы оставался и защитил вас. И он поплатился за подобное бесчестие. Так, ну главное, что мы победили, друзья мои. Ну что, давай смотреть. Это база Чернобарда. Хм, странно, она пуста. А где же все? И в самом деле, странно. Босс, вождь, срочные новости. В нашу сторону направляются крупные отряды. Вот и нашлось объяснение тому, что база заброшена. Они все смылись, трусы. Мы не побежим. Мы можем сдерживать нападающих при помощи вон тех башен. Ага. Рэй, пусть метатели топоров займут башни. Разверните базу как можно быстрее. У нас не очень-то много времени до прихода вражеской армии. Подкрепление уже в пути, но нам нужно отбивать атаки до тех пор, пока оно не подойдет. Защищать базу, да? До прихода, короче, давай. Будем всех с тобой тут улучшать. Все, что сможем. Люблю золотишко.
Люблю золотишко. Мы улучшились. Так, топорометатели, давайте бегите. Занимайте башни. Мы можем замедлить врагов при помощи вьюги. Это будет стоить нам изрядного количества манны. Но мы ведь можем ее улучшить. Так, кого улучшить? Опа. Мы улучшились. 180. Улучшим, конечно. Так, топорометатели. Они сели, да? Наша цель сейчас, я думаю, что, наверное, топорометателей посадить на эти башни все. Кому тут навешать? Пускай они там будут сидеть. Кому тут так, навешать? И нам нужно с тобой еще золотишко для того, чтобы делать девчуль. А девчули будут, соответственно, нам зарабатывать бабло. Готово. Рудники здесь вот один. И вот тут один. А времени осталось 6 минут 30 секунд. Это, я так понимаю, до вторжения, да? Скорее всего, именно до вторжения. Тогда мы... Первые враги будут здесь минута на минуту. Так, я тебя понял, малыш. То есть ты хочешь сказать, что мы должны с тобой подготовиться, да? Ну, вначале мы девчулек с тобой построим побольше. Мы улучшились. Чтобы приток бабла, как говорится, шел. Ну и, соответственно, что нам еще можно прокачать? Ага, манну. Лечение, конечно же, лечение тоже надо. Ждем. Они здесь! Где они? Я не вижу, ребят, пока никого. Эш, поди сюда! Мы улучшились! Вон они идут, ё-моё, вьюга. Посмотрим, как она работает. Фух. Работает просто шикарно, я тебе скажу. Атаку! Отлично. Так, давай десяточек, наверное, девчулек поставим с тобой. Так, и викинги нужны нам. Это как наша боевая единица крепкая. Самая крепкая. Сейчас посмотрим, что мы тут можем обнаружить. Так, для прокачки нужно... Опа. Ё-моё. Их тут много. Я бы даже сказал, очень много. Слушай, а что, мы вот так вот можем их сейчас Так, тихо, подожди. Блин, они башню мне сносят. Вот это плохо. Давай тогда их бомбить, что ли, я не знаю. Вот как-то таким образом. А башню мы с тобой не можем, да, заново поставить? Судя по всему, нет. Кому тут навешать? Давай так вот. Ага. Вкусили? Ё-моё. Ребята, идет этот супер-пупер голем. Попробую наказать его. О, отлично. Тук-тук. 4 минуты осталось нам продержаться с вами. Подожди, а куда это они? Уходят, что ли? Упс. Ха-ха, поймал. Маловато маны. Мы улучшились. Ты серьезно, что ли, это? Поймал он, понимаешь ли. Так, что ж тогда нам делать? Гвоздики. Гвоздики, идите сюда. Так, мы их освободить-то хоть сможем? Опа, опа, опа. А ну-ка, заморозочку. Лечим, лечим, лечим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Наверное, мне здесь ничего не поможет, да? Или поможет? Если я даже отхиливаюсь. Блин, сотрясает землю и все. Хоть ты тут что делай? Очень сильно, жестко бомбит. Да хорош, может, уже, а? Где моя манна? Скажи-ка мне на милость. Я не понимаю, где моя манна. 2 минуты продержаться, 2 минуты. Так. Черт, я их побрал. Это, ребята, не резон. Так, топор-метатель, конечно, там пытается что-то сделать.
Есть контакт. Вот так вот мы их можем таранить и сбивать. Идите сюда. Хиляйся давай. Надеюсь, больше нас там не схватят в плен. Слушай, не хватает действительно мне маны. Почему мана так медленно? А почему не отравлены здесь все? Стоп, ребятули. Просто-то начинается, а? Так, 2 минуты, ребята, еще 2. О, это с дротиками идут, да? Жестко. Да ты посмотри, что происходит. Угу. Хотя бы так. Не успел. Твою же маковку. Прибыло подкрепление. Где оно? Катапульты готовы. Отличные катапульты. С их помощью мы разобьем эти толпы одним выстрелом. Серьезно, что ли? А как эти катапульты, интересно, будут работать? Слушай, они достали уже. Ну-ка. Что-нибудь получилось у меня? Что-то я ничего не понял. Ага. Друзья мои, минутка. Где катапульты? Едут они. Катапульточки наши едут. Ну, и чё уже вы не стреляете? Во, во, началось. Бабах. Ну вот, пошло дело, друзья мои. Пошло дело в гору. Так, все живы, все здоровы. Все у нас отлично. Сиди, я открою. Тут главное нельзя, чтобы ребята катапульты, иначе их разобьют. Слушай, мне кажется, надо их замораживать, и тогда катапульты будут их просто уничтожать. Так, наверное, это работает. Сейчас будем делать заморозку с тобой, если что. Вот они идут, например, армада их, не, да? Так и есть. Так и есть, друзья мои. Вот и все. Без проблем. Отличная оборона. Эти мелкие аборигены просто с ума сошли. Что их так разозлило? Ну, во всем виноват Чернобородый. Чернобородый? Он хочет создать лучший на свете соус барбекю. Он сумасшедший. Сумасшедший? Соус барбекю? А аборигены-то тут при чем? Здесь растет самый крупный в мире перец чили, и Чернобородый планировал украсть его. Гигантский чили. Гениально. Восхитительно. И я хотел сказать, ужасно и возмутительно. Мы должны остановить его. Мы, наверное, сами хотим теперь стырить этот перец чили. Так, ну что, давай следующую миссию. Там каменные лица. Каменные лица? Это не все. Здесь явно было крупное сражение. Чернобородый. Что здесь произошло? Повсюду мертвые викинги. Уничтожьте базу ацтеков. Рэй, ты можешь построить башни в этих точках? Кроме того, не помешало бы и несколько катапульт. Так, окей. Готово. Не помешало бы несколько катапульт. Я тебя понял. Люблю золотишко. Так, нам нужно с тобой... Ага. Топор метателей. Они будут занимать места. Люблю золотишко. Мы улучшились. Так, а это что у нас за статуя здесь стоит? Еще непонятно. Тут их несколько. Так, давай-ка дальше улучшаться. Что там за странный человек на холме? Ха-ха-ха, восстаньте. Эти трупы что, двигаются? А, на нас надвигаются живые мертвецы. Твою же налево, блин. Твою же налево, не было, блин, печали, ребята. Еще и мертвецы тут на нас собираются идти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, их очень много здесь. Блин. Мы улучшились. Я так долго не протянул.
180. Да ладно тебе, серьезно что ли? Вот так вот. Да они все сносят на своем пути, посмотри. Да ты достал уже тут жикать. Мне нужно его убить. Все. Ты смотри, как они тут валят. А, вот он что. Это его башня, оказывается. Это его башня, ребята. Он вместо... Так, не нравятся мне эти каменные лица. Так потому что это башни ихние. Давай, 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 давай. Можно башню уничтожить нельзя, да, таким образом? Офигеть. По сравнению с моими, конечно, викингами. У него тут просто имба какая-то. Трындец. Жжется. Понятное дело, жжется, ё-моё. А заморозить я тоже не могу? Не могу, ребята. Офигеть. Тихо, 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 еще бегут засранцы. Ну, посмотри, а. Черт тебя подери, а. Так, ушатали, да? Что у нас там по прокачке? Конечно, надо ману прокачивать, ребята. Есть контакт. Так, вот эту вот штуку, пожалуйста, подбейте мне. Во. А если я так же сделаю? Достал он уже просто. Топор, друг человека. То, что вы улучшились, это классно все. Так, хилочку с тобой сделаем. Окей. Так, мы можем сюда башню поставить. Ать, не успел подлечить. Ну вот этого успею, если что. Ай-яй-яй-яй. Лечись. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Нормуль. Так, а где следующая башня может построиться? Нигде пока, да? Пока нигде. Так, делаем с тобой топоры. Сделаем с тобой топоры. Дальше, вот они, катапульты. Катапульточки. Блин, эти плевуны бесят меня. Вот серьезно говорю, плевуны просто бесевые. Эх, топорометатель. Как это слабоватый у нас топорометатель, если честно. И отсюда. Давай прокачивать ману. Так, ушатали. Как-то чересчур жестко. Так, что мы можем сделать? Да пока ничего. Не хватает у нас маны с тобой. Хиляйся, если что. Катапульту, может быть, вызвать. А катапульта, она только против башен хорошо, наверное, работает. Хотя и против вояк тоже неплохо должна работать. Окей. Нормуль, здесь подбили. Так, этот ледяным молотком замораживает врага и оглушает, да, получается? Так сказать, то, что нужно нам, да? Есть контакт. Так, что у нас там? Вот, прокачка. Вот эту бы подбить. И у нас было бы с тобой что? У нас было бы здесь башня. Наша, личная. Вон катапульта идет. Надеюсь, она мне поможет. Блин, тут еще и великаны эти. А? Тихо, тихо, тихо. Блин, катапульт, что ли, уничтожили мне, да? Ну да, так и есть. Блин, да чтоб тебе. Вот скажи-ка мне одно, вот как вот он может вызывать вот одного за другим, а? Вот как он может это делать?
типа у него там ресурсов хватает? Да все это фигня полная. Ничего у него не должно хватать, если честно. Если по справедливости выбирать. Даже манны нету. Просто нету манны. Так, завалили. Хотя бы так, ребята. Это пульта бомби, блин. Давай, без простоев. Без простоев, так. Опять мы встретились лицом к лицу с этой штукой. Есть. Давай, родные мои. Еще одну катапульту. Блин, он все равно по... Он прожаривает, понимаешь? Прям слов нет у меня, что он там вытворяет. Давай. Я только просто лечу уже из последних сил. Есть, разнесли, ребята, мы в хлам. Так, у меня есть возможность поставить здесь башню. Ой, кто там? Кто-то мойкает еще. Катапульту разнесли, да? Так, давай вот так сделаем. Катапульту еще призовем. Вот так вот всех бомбить. Налево и направо. Великана нету, слава богу, пока еще. Появиться должен, наверное, секунду на секунду. Ну. Так, больше я нигде башню поставить не могу, нет. И это хорошо. Это прям замечательно. Давай, прожимай. Блин, как он успевает еще отхиливаться там, я не пойму. О нет, мой храм. Отличная работа, Рэй. Ты отправил этих скелетов в землю. Там им самое место. Так, вы прошли несколько уровней одиночной кампании. Да не хочу я. И тут у нас, ребята, чей овощ больше? Чей овощ больше? Конечно же мой. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноточке мы с вами закончим видосики. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.